Поехали, давайте. Давай, разыгрываем камень, ножницы, бумага на тот, кто играет маньяка. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы. Хорошо поиграли, мне понравилось. А что у тебя? У меня? А чё кто сказал там? Да мне всё равно, я кто угодно. Короче, давай Даша будет маньяком, хрен с ним. Раз Даша, я маньяком, но у меня не факт, что Ксюша есть. А меня у тебя нет. Вот в том-то и проблема, что маньяком давайте будет тот, кто... Идионала, давайте я буду, хрен с вами, боже мой, люди. Вот решили. Боже, как мне вас теперь пригласить? А вот я. Сейчас будет выяснение. Вот ты смоги. Тихо, я знаю, что я делал. Почему нажимаю на кнопку «Пригласить друзей», мне ничего не происходит вообще. Перезапустим. Ржать надо мной. Давайте хотя бы представимся людям, чтобы они посмотрели на кто играет хоть. Я не буду делать интро. Интро для слабаков. В смысле интро? Это приветствие. Это хе-хей. Ты можешь... Эй, здрасте, люди. Всем привет. А, вы отключены от сети, нет? Нет. Нет. Паша. О, меня пригласили. Тоже что-то пришло. Меня не приглашает никто. А Даши почему-то нет. А почему вы меня не приглашаете? Я пригласил какого-то другого чувака. Неважно. Я автоматом понажимал. Да плевать. Будем называть его Дашей. Отлично. Я тебе кидал, Даша, приглашение. Друзья. Я всех добавила, кого могла. Шифта, Даша. Шифта. Ну, я нажала, у меня ничего нет. Почему-то Даши нет в Стиме. Потому что я сейчас все сделаю. Последний раз. Вот так, все, я есть, я существую. Давай, тащи. А че? Сейчас, подожди, куда нажать? Нубы собрались. Эй! Мы с Ксюшей за дедом будем играть? Ксюша, ты дед? Да. Где моя приглашение? Сейчас. Я вышел еще раз. Сейчас, подожди. Секунду, буквально секунду. Сейчас я зайду еще. Может быть, смысл в этой игре в том, чтобы собрать всех людей в одну карту? Кто нас выкинул? Все. Паша нас выкинул. О, ура, я... Что, я присоединяюсь? А пригласил я тебя. Меня нет пригласил. Первого пригласил. А, да, все есть. Бам! Вот. Недооцениваешь мой талант. Блин, я что-то так в This War of Mine захотела поиграть. За кого? Да так, игра одна классная. Просто так резко захотелось, не знаю. Шарукнуло сейчас. Я буду блондинкой с косичками, потому что я считаю, что это мой образ по жизни. А почему? Кто посмел мою блондинку забрать? Стопэ, я сейчас не понимаю, что... Ой, что я нажала? Боже мой. Стоит, да? Подождите, куда нажать? А, вот. Даша на Пентагон вышла. Даша, выбери другого персонажа, я буду этой блондинкой играть, слышь? Так у меня только блондинка. Как? Я могу одежду поменять. Черт побери, ладно, придется каким-нибудь... Блин, я тоже хочу менять одежду, как это делать? А там смотри, там кастомайз есть, внешний вид, я буду... А у меня внешний вид почему-то только один. Ну, видимо, потому что еще не развила своего персонажа, да еще не готова. Это потому что у тебя дедушка. Выбери другого персонажа, там будет... Дедушки! Не хватает, чтобы купить нормальные шмотки. Всё, теперь я буду дедом, вот она! Самый опытный. Так, я ничего не поняла. Так. Я, короче, наверное, готов. Я не знаю, здесь какие-то можно плюхи себе добавлять еще к игре, чтобы, типа, как-то вышивать лучше, да? Я пока не... Да, там. Я что-то нажал, а оно что-то добавилось. Или черные. Какая я классная, а. Я тоже сейчас, знаешь, я в свои годы-то выгляжу-то, а? Да. Тут какие-то плюхи можно добавлять, я сейчас тыкаю, я даже не читаю, что я добавляю, ну просто тыкать там. А можно, да, тыкать, тут по картинке можно понять, ты просто натыкаешь себе. Офигеть, вот, у меня оказывается три косички, а не две. Три? Да, а там почему сзади. У меня одна короткая косичка сзади? Я не знаю, что я подобавлял себе. Я вообще первый раз такую прическу вижу. Я тоже подобавлял. Какое-то пожирание надежды какое-то, непонятно. История моей жизни. Да, что скажешь? Я все.
Ребята, я себе навыки еще просто не сделала, но по сути же навыки за очки как-то, да, делаются? Да плевать на навыки, просто тыкай на все подряд, я именно так и сделал. Я от балды вообще по картинкам. О, их можно, их распределять? Сейчас еще час будет распределение, кто-то там потыкает. 40 минут заходили в игру, и час будем еще распределять навыки. Вот это let's play! Лучшее видео, да. Давайте, я готов уже кромсать там. А кто что выбрал из навыков? Они же за сколько-то продаются, да? Это же все за очки, нет? Нет? У меня что-то закрыто. Там какие-то за очки, а какие-то, по-моему... Аптечка первая помощь. Тут все на английском, поэтому. А там можно в настройках поменять язык. Да, на русский. У меня на русском стоит, но как бы. Ну там половина. Разницы никакой, как все было на английском, так и осталось. У меня как бы вроде нормально. И тут очень странные слова, которых я вообще никогда не встречал в жизни. У меня столько вещей, почему у меня столько вещей открыто? Я не понимаю, что происходит. Зов медсестры. Какие-то руководства, подношение какое-то. Че, блин, что это значит? Я не знаю, я понатыкал тебе какой-то сбор навыков, и зачем они вообще, что они дадут, и вообще дадут что-то или нет, я готов, короче, давайте. Короче, я, по-моему, тоже готов. Подожди, я тут переодеваюсь. Ксюша. Мы записываться сели, Ксюша. Да секундочку, ща я выберу. Так, это мне не нравится навык, я хочу... Хорошо, все, я готова. Готов, сестры. А кто в итоге маньяк-то, Паша? Да. Паша медсестра будет? Паша медсестра. У него даже голос какой-то. Паша, ты будешь медсестра сегодня? Какое-то ебеновое мементо море. Что вообще такое? О, мементо море, это, по-моему, убийство с одного раза. Да, какое-то ебеновое я выбрал мементо море. Спасибо. Это первый пик в нашем видео. У меня вообще карта. О, неужели, боже! Пашка маньяшка, вас там сайт. А вот это, я не понимаю, что вот это такое, что вот это вот, что вот это вот такое, вот что это за... Это карта. Черт знает, что это. Я не... Понятно. Это рандом, ребят. Ну ладно. Ну окей. Я сразу говорю, что если вдруг опасность будет приближаться ко мне, то я буду сдавать вас всех остальных выживших. Ты думаешь, что-то по-другому здесь будет поступать? Вы думаете, я буду за вас бороться, сучки? Чисто командный, Dream Team. Я пришел сюда, чтобы побеждать, блин! Если что, я в команде с маньяком. Не знаю ничего. Ладно, два уже. Так, лет еще будет длиться? Да, что долго. Да, полоска закончилась. Нет, тоже полоска. Yeah, все Дом Томпсона. Так, а на чем ты, куда тыкать? Где тыкать? Что тыкать? Я уже бегаю, ёпта. Блин, у меня инверсия, что ли? Как дела? Чё, как? Блин, у меня, по-моему, инверсия, ребят. В конце игры больше я сюда никогда не выйду. Слушайте, а у вас мышка тоже вниз, а наверх и... Нет, блин, а вы что тут разделённый, что ли? Я никого не найду. Нет, почему? Мы все на одной карте, просто надо выйти. Я тут какой-то генератор чиню. Можно? Наша задача основная, это говорить... Ёб твою мать! Чёрт возьми, почему рядом со мной? Жертва. Что, Ксюха, тебя поймали? А, я вижу тебя... Беги! Беги, Ксюха! Беги! Беги! Сейчас! Побежит, но нужно чинить. Почему меня первый? Почему он увидел меня первый? Объясните! Потому что Ксюша... Почему у меня генератор оторвался? Все, слава богу. Поэтому она и попала. Так, пока Ксюшу там щеманули, я успела поменять себе ось на мышке и вообще... Зашибись. Так, кто следующий? Я успел почти генератор. Это почти жертва. Поняла. Понятно. Так, Маничелло, ты чё там? Я прям слышу. Когда, я так полагаю, когда сердце начинает от персонажа биться сильнее, это значит, что... Он рядом. Он рядом. Спаси меня! Подожди, кто это? Давай. Оставь Ксюшу,
Даша, спасай Ксюшу. Прям почти. Ох, ёб твою мать! Я не ожидала, Ксения. Что ты там делаешь? Я не ожидала. Там нужно, блин, попасть. Что ты делаешь? Там попасть нужно, Ксюша, на пробел. Это как с генератором. То же самое, нужно попасть. Паша, 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 ты меня слышишь, Паша? Паша, она мне просто ломалась. Паша, Паша, пока никто не слышит, Паша, я тебе предлагаю сделку, Паша. Давай, я убиваю тебя и потом всех остальных. Я тебе показываю, где находятся бабы, а ты меня не трогаешь, окей? Охрененно. Конечно. Беги, беги. Чё мне с ней? Я был твоим другом. Таня. А? Карта нужна? Мне? Пока. Я полезная, скажи, пожалуйста. Карта? Да, у меня есть карта, скажи мне, я полезная? Ты очень полезная, если ты на этой карте отмечены генераторы. Даня уже умер. Свинья! Я вот это друга все эти годы! Я просто отмечать генераторы? Я думаю, если их можно отметить на карте, да, отмечай. Это будет очень полезно. И постарайся не умереть. Умри! Ёб твою мать! Вот это было плохо. Так. Так. Паша, Паш, там, короче, кто ты? Я не знаю, кто сейчас вот генератор взорвал. Я без понятия, кто это был, но это не я. Я! Да-да-да. Я вернулся и взорвал генератор, чтобы вы не смогли выбраться. Я болею за пас. Да, сейчас я. Ёб твою мать! Пришла! Почему она не работает? Потому что на Space нужно прям нажимать там очень прям. Наловчишься, а? Один раз. Нажать и держать или прям? Нет, просто попасть в эту линию. А. Даша, а что дает тебе? Ёб твою мать. А у тебя сейчас никакой плюхи дополнительно нет, да? Меня? Нет, Даша. У меня плюхи есть. А у Ксюши у нее карта, да, карта? Да, у меня карта, но я не знаю, что с ней делать. А правой кнопкой мыши, по идее, щелкаешь? Или, я не знаю, может быть, или тебе надо... Или на М нажми. Мама. Можно смотреть в карту. Ох ты ж, ёб! Ёб, выбрось. Всё, да? Я вижу красный свет. Зах, поймали. Ксюша, красный свет, это Дашу поймали в капкан. Тебе нужно её спасти. Моя ловушка. Дружок профессионал. Твою мать. Ксюша тоже сама по себя. Меня так просто не одолеть! Спасибо. Не одолеть меня так просто! Сможешь! Я выживу Ксю! Ксю, давай, давай, короче, там, включай все генераторы, я вожу его за нос! Давай. Он не может меня схватить! Что такое происходит? Я не могу попасть! Я не знаю, она по кругу ползает. Да, я просто по кругу ползаю, а ты включай генераторы! Не запускай генераторы, пока Даша наступит! Да не, мне просто нравится за этим наблюдать, подожди. Игра. Почему я не могу попасть? Я просто выбрала охрененную тактику. Это будет лучшая игра в моей жизни, слушайте. Даша час ползает вокруг генератора, Ксюша сидит в шкафу. Я умер! Это называется, ребят... Ты знаешь, что я в шкафу? Потому что я могу следить за вами. Я... Значит, я без. Почему я не могу попасть? Это я жажда жизни, понимаешь? Так, подожди, я сейчас смогу. Чёрт! Даже не думай! Я еще была жива! Я еще жива! Даша очень хотела быть, но это ей. Ксюха! Всё. Ксюша профессионально. Как его бить? Кто бить? Не бей его! Бей по яйцам! Маньяка не бьют в этой игре. Меня бить. Не знаю, есть ли у маньяка яйца, но бей туда. Паш, ты серьезно ее не заметил? Забегай в дом лучше, короче. И если ты проходишь мимо препятствий, ты можешь их обрушить, чтобы задержать маньяка. Обрушай! Забегай в дом. Обрушай. Обрушаю! Все препятствия обрушились. Ксюш, давай. Дракона рождения. Серьезно? Я не хочу быть последним. Ну так пойди покончи с собой, убей его! Все нормально, выходи из дома. Опасный. Валяй его! Будь мужиком, Ксюша. Как его убить? Вы, вот, вы спустись вниз сейчас, выйди в пол. Во-во-во-во-во-во-во. Давай, генератор запускай. Он никогда не догадается, что ты. Ксю, беги, 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 беги. Не беги.
А что это? Это лут. Я не знаю, подожди. Зачем ты это делаешь? Я это делай! Подожди, тут что-то интересное. Вдруг там какой-нибудь волшебный клинок, который она сможет победить. Паш. Девочка. Куда иди? Где кто? Я никого не вижу! Спрячься! Беги! Беги! Быстрее, ты отсюда не выйдешь! Дебил! Заходи, давай, вниз! Паша, промахнись! Ну все. Сопротивляйся! Ксю, сопротивляйся! Браво! Там либо на пробел, прям жми со всей силы, очень быстро прям. Давай, пробуй. Главное, не сорвись. Главное, там же кнопки нажимать. Давай. Нет, уже не получится. Все. Подал на отлично. Я ставлю нашей команде 4 из 5 пусков. Ага. Да. Мы были вот настолько близки к победе, но, к сожалению... Кстати говоря, на крюке, по-моему, лучше не сопротивляться. Нет, с крюка можно слезть, но если... Да, если тебя что? Попили... Там обычно два раза на него вешают тебя, тогда ты... Как... Да, и там снять с крюка кто-то может, команда, снять, если да, она может. Осталась, конечно. Если команда, да. Так, окей, кто теперь готов? Куда нажать-то? А, все, извините. Я нажал вернуться в лобби. Красавчик. Мы все вернулись, кроме одного. До сих пор играл. Так, в общем-то, я в меню уже на секундочку, Вась, вы чё? Я в меню. Да хорошо, хорошо. Мы все уже в меню. Кто теперь будет убивать? Я лучше мальчик. По-моему, Павел пожизненный маньяк теперь у нас. Да. Я не согласен. Он может нас всех приглашать. Нет, подожди, как? Я же могу сейчас зайти и пригласить ребята, а ребята могут пригласить тебя, почему бы и нет? Ребята не могут пригласить никого, потому что... Почему? У тебя нет такого скилла жизненных способностей. Нет, погоди, подождите, примите мою заявку и Ксюшу пригласите. Мы не можем приглашать из лобби, Даша. Нет, нажмите Shift-Tab. Попробуйте Shift-Tab и там как-нибудь бросить. Правая можно. Кнопка мыши на меня и пригласить. Сразу видно, кто айтишник. Пригласите меня в лобби еще раз, потому что я вышел в меню, меня не в лобби. Я зашел. В какое? Куда-то зашел. Не знаю, не уверен, куда. Может быть, это чужая какая-то лоба. Все, я зашел. Я, короче, всех, вот, вас пригласила, ребят. Ксюху я вот осталось. Пригласи Ксюшу. Сейчас, попробую. Так, да, не зашел. Ксюши. Подождите, я случайно нажал на премьер про зачем-то открыл. Пожалуй, сразу сделаю видео. Сразу будешь монтировать? Ксюш, приглашение от меня пришло, нет? Да, я уже захожу. Ура! Я не знаю, что я опять делаю. Ничего не делаю, пока ничего. Но какой-то вы же не против, что я маньяком буду, да? Есть что? Конечно, и давай. Да. Посмотрим, насколько... Она слишком хорошо играет, она нас убьет. Я очень плохо играю за маньяком. Мы просто пушечное мясо. Не, все нормально будет, вы выберетесь, я уверена. И самой смешно. Нет. Я просто реально плохо играю. Ксюха не отображается. Ксюша, ты заходишь или ты что, где? Ну, у меня вот эти вот полосочки перечеркиваются. И полосочки перечеркиваются. Если у тебя... 3 полосочки, то все хорошо. 4 решил. А если 2 полосочки, девчонки, тут надо остерегаться. Да. Я согласна. Да, сказала Даша. И взгляд ее помутнился. Да. Я выбрал себе... Почему ты долго заходит? Я выбрал себе навыки. Потому что я тебя пригласил. Это нежелательное приглашение было. Так, я буду медсестрой. Вот в розовой кофте. Надо тоже перса сменить. Что-то я не это. Ой, я тут тоже. Я буду... Ой, я буду чулочкой с косичками. Я буду в красной майке, чтобы меня было видно лучше. Привет, все, я готов. А ты заходил? А я не могу зайти. Почему? Ну, у меня ожидания, короче. Короче, я выхожу отсюда. У кого фоновый сейчас включил в скайпе? Кто тут фонит?
Это не мое. Паш? Кого-то да. Нет, у меня все в наушниках. У кого-то очень фонит. Вытащите меня отсюда. Я вышла из лобби, ты нюха. Выйди, Ксюша, выйди из этой херни. Выйди. А ты перезапусти компьютер, Ксюша. Подождите. Я в меню. У меня у самой все зависло. А, не, во, все нормально, даже прерывать не пришлось. Куда тыкать? Сейчас, подожди, Ксюша. Подожди, у нас маньяк зайдет и пригласит нас всех. Маньяк нас приглашает. Кто? Ну, конечно, мы рассчитываем на тебя. У нас надежда, все на тебя только одну. Окей, пригласить. Потому что Паша играл как говно. Да, конечно. Ты играл лучше всех. Паша играл как говно. Так, заткнитесь, я был нормальный. Видно твой опыт. Вы не команда просто, вы не поддерживали мое стремление. Я как команда играл. Ты не работал со мной в команде, я тебе предлагал сотрудничество. Ты, падла, не согласился. Ты не успел предложить. Я тебе предложил, я говорю, давай я тебе их сдам, а ты меня поставишь живых. Ты умер раньше, чем предложил. Логично, окей. Окей. Так, возьму блестящую монету. Между прочим, ребятки, извините меня. Да, я вмешиваюсь. Между прочим, у значка маньяка есть такая авка, и у вас у каждого есть такая авка. И тут написано «переключиться на выжившего». То есть, по сути... Да, можно поменяться. Можно поменяться. Я не хочу меняться. Там можно на наблюдателя вообще переключиться и наблюдать тупо, как вы играете. Кто-нибудь меня пригласит когда-нибудь? Я тебя приглашала, что ты там? Нет, все, да в Стиме посмотри, что ты такой... Все, заткнитесь! Что ты Боже, просто! Мне жарко, у меня закрыты все окна и двери, один гребаный вентилятор на меня дует. Мне так плохо сейчас. А Ксюшу кто-нибудь пригласил? Про Ксюшу забыли все просто. Ксюша просто сидит, молчит, даже не знаю. Так, я себе выбираю командные навыки, я же команда. Я вообще думала, что это игра про зомби. Нет. Ну, да. Почти. Да. Все, я командный, я выбрал в себе только командные навыки. Как командные навыки выглядят? А я не знаю, там нарисовано два человечка на навыке, я так и... Не факт, что они команды. Навык единственный выживший. Нарисовано один чувак и два черепа. У тебя опять загрузка, Ксю? Да. Ксю, может, у тебя с интернетом какие-то проблемы? Нет, по-моему, просто когда кто-то приглашает левый в лобби. Да? Думаешь? Да, видимо. Секундочку, ты назвала меня левым? Ты там не главный. Давайте сделаем сейчас по-умному, типа сейчас опять Паша создаст всё. Добавишь Ксюшу в друзья? Ну нет, я всех приглашу и поменяемся ролями. Да, красавчик. Я умненький, да. Мозг, я бы не сказал. Я умненький, да. Так, главное опять никого левого не пригласить. Все, крутяк. Ой, сообщение пришло. Кто мне может писать такую рань? Да. Кто бы это мог быть? Блин, так вырезать не хочется, на самом деле, вот эти все наши ржавые стоят того. Зачем? Да, блин, у меня не принялось, меня не выскакивает отсюда. Я сейчас выйду, короче. Я могу, а я как еще раз пригласить? Сейчас я зайду, брат. А Shift-Tab там... А я нашел, да. 12 предметов в инвентаре, откуда столько карт? Потому что это от нас, Ксюша, это мы тебе подарок устраивали. Это все приглашения, которые тебе присылали. Нет, погоди, это... А Дашу выбросила? Это что, это... А, это одежда с этого? А, Даша на маньяка перешла. Даша маньяк. Да, Даша маньяк. Блин, как мы круто сделали, ребята, а? Вообще. Что мы сделали? Ну, то, что... Умненький. Да, умненький. И все, конечно. Так! Не будем говорить там, кто? Кого ты намекаешь? Намякиваю. Смеешь так говорить. Ксю. Ну, согласен, старшеньких нельзя обижать. Я ей уже, наверное, 17 приглашений отправил. Все вижу. Я еще сейчас 17 отправлю, я просто каждые 2 секунды нажимаю. Я пытаюсь соединиться. Ну, понимаешь, она не хочет. Терпень. Сейчас все будет. А что ты опять не там играешь? Невозможно начать с ноль убийцами. Даша тебя за убийцу не считает. Ты не похожа на убийцу, Даша.
Но я уже убийца. Так, кто вылетел? О, Ксюшка! Да, мы это сделали! Все. А почему Ксюша тоже дед? Опять. Я буду. Ты будешь девочкой? Это тебе больше идет. Нет, Ксюша, не меня, это уже персонаж, что я взял! Ксюша! Блин, я хотела бы Ксюшку так. О, список игроков. Блин, нельзя, да? Ксюша, возьми другого персонажа. Во, Ксюша, ща. Блин, а я есть только. А играйте одинаковыми, вы будете маньяка путать. А давайте все три одинаковых Ксю, сделаем. Я тебя добавила в друзья. Ксюха, бери какую-нибудь шмотку, Ксюша, бери какую-нибудь шмотку. Красиво, я возьму такой же, как у тебя. Я умру первым. Ксю, ты меня добавила? Да. Супер, вот, вообще отлично. Ладно, все, я готова. Кто не подожди, нажал? Мы готовимся, подожди, мы одеваемся. Да, не надо, подождите. Неправильно так делать. Почему? Паша. Что, нет, я буду красивее, возьму ах, букет ты, на валуне. Ах ты, киток, а? А, конечно. Знаете, что, тогда я буду черный. А почему? А ты ебать, вот это я буду отстой. Все. Вот так. Я, короче. Я буду стриптизерши. Посмотрите, кто стоит перед вами. О, никого. Угу. А почему Ксюша маньяком тоже стала? А что, два маньяка будет? Что происходит? Не может быть два маньяка. Не, да, может, не может быть два. Невозможно начать играть с двумя убийцами, потому что. Ты уверена? Давайте. Давайте все станем маньяками. Ну давай, маньяками. Если Ксюш, будешь убийцей? Девчонки, а, Ксюша, да, становись убийцей, чуть-чуть, Ксюш. Мы посмотрим на тебя в деле. Все, Ксю. Слушай, что? Я готов. Я готов. Ща, погодите, я уж там это... Ой, подождите, вот баба, да, вот это нормально. У нас женская команда, чисто как надо. Девчонки, поехали на пикник. Все готовы? Я там, вам да, расскажу такие истории, да. Все, я готова. Черт с ним. Ой, бабы, да. я не знаю, бабы, какое-то болото не предвещает ничего хорошего. Я помню, с одним моим бывшим ездил на такое болото, он, короче, такой стоит, говорит, слышь, детка, знаешь, что у меня есть? У меня есть большой мачете. А я ему говорю, ты че, скотина, я не такая. А он такой, ты че, я тогда тебе домой не повезу. А я такой, ой, пошел в жопу. И тогда и все вот так, короче. Все, классная история? Я просто не понимаю, что я с такими шлюхами мне делал в одном больше, месте. Больше, ты кого назвала шлюхкой? Сучка! Слушай, мы все повыдергаем. Ох ты ж дрянь! Тут я видела маньяка такой, бегал какой-то, тут тоже дядька большой. Сейчас я с ним договорюсь, он тебе жопу надерет. Тут мой бывший живет. Сейчас я с твоим бывшим, короче. Где ты? Андрей! Андрей, Андрей, иди. Нет, тут надо с одной дрянью разобраться, Андрей. Сучка, ты где? Андрюша! Андрюша! Андрюша, иди сюда! Андрей, что ты делаешь? Кого? Пока, Даня. Ничего не сделать, как сам не вернулся, не берем так остался. Даня, пока. Даня, Андрей, что ты делаешь? Зачем ты убиваешь во мне любовь? Даня, как успех? Я думал, мы обо всем поговорили. Я тебе сказала, что другого, Андрей. Вы остались друзьями? Я думал, мы с тобой договорились, что мы с тобой теперь будем только друзьями. Я хотел, чтобы ты разобрался с одной тут дрянью, которая мне угрожала. Она сказала, что она уведет тебя, у меня Андрей. Я не могу простить ей таких слов. Андрей, я все еще люблю тебя, Андрей. Ты понимаешь, что... Андрей? Андрей... А я баба так смотрит, что я даже не знаю, как на это реагировать. Она идет такая... Подожди, вижу, стоп. А почему Андрей медсестра? Подожди, оставь ящик в покое. В смысле, оставь ящик, слышишь? А вы где? Крашеные? Крашеные вы где? Не дергайся, я лечу тебя, чё ж ты дергаешься? А, ты меня лечишь? Ну да. Крашеные, крашеные вы где? Почему я... Крашеная! Маленькая черная девочка, бегаю где-то и не могу никого найти. Ну так и бегаю, чё тебе проблема, что ли? Подожди, пока тебя на крюк посадят. Я нашёл вас! Ура!
Привет. Вот и Ксюха. Девчонки, привет! Давайте зажжем генератор. Девчонки, давайте зажжем. Давайте зажжем. Идите лучше другие ищите. Зажигаем эту ночь. Я не пойду никуда. У меня даже полоски... Ой, полоска. Я не знаю, я никогда не разбиралась в этой штуке, но знаете, я думаю, если поковыряюсь пальцем... А почему мы вместе чиним? Я не знаю. Сейчас я взорву генератор. Три. Молодец! Ёб твою мать. Я смотрите, салют. Понятно. Маньяк видит, как взрываются генераторы. Да-да-да. Маньяк. Я побежал. Маньяк видит. Да-да, пускай маньяк убегает. Продолжай свое дело делать, маньяк. Я, блядь, чувствую, что маньяк бежит за мной. Маньяк сделает правильно. Маньяк молодец. Нет, маньяк плохой. Маньяк очень плохой. Да, маньяк. Все, оторвалась. Оторвалась! Пока ты там отрываешься, я тут занимаюсь нашим выживанием на секундочку. Маньяк побежал к этой. В шапочке. К девочке в шапочке. Девочка в шапочке. Где маньяк в шапочке идет? Не тронь шапочку. Шапочка работает. Смотри, к тебе идет. Шапочка занимается, зарабатывает деньги, чтобы кормить семью. Ой. Андрей идет к тебе. Андрей! Блин. Вот смотри, я вижу. Боже мой. Андрюша. Он, мама сидит лапа. Кто кричал? Это Андрей. Андрей, по-моему, сменил пол. Алена, это ты кричал? Я хотел переодеваться в женщину, но я не думал, что он будет сегодня таким. Здравствуйте. Это ваше личное отношение. Да, Андрей, не выноси наши отношения на... Слава богу, я аж испугалась просто. Не-не-не. Ой, боже мой, ой, боже мой. А почему Ксюша молчит постоянно? Алена убивает. Я ничего не сделала, я чинила генератор, я приехал сюда по вызову, я муж на час. Я приехала чинить ваш генератор, сволочи, что вы делаете? Блин, прикольная эта способность, короче, телепортироваться к вам. Да, но она такой, она делает тебе работу. Побежали теперь. А где? Где Алена? Алена, пока. Пока, друг. Прости, да. А он все, да? Ну ладно. Да, мы лучше. Дёргался вообще. Что делать? Я завёл генератор почти. Я был уже на пути. По-моему, ему не понравилось. Нет. Не, ну было приятно немного. Неплохо. Спасибо, но я не, нет. Перемассажировал, перестарался. Алена, что ж ты так плохо играешь во второй раз? Заткнись. Ну ты неудачник такой. Виден богатый опыт игры в выживание. Просто я пытаюсь делать дела. Я пытаюсь, да, чтобы... Сдашь ты уже. Я один генератор зажгли. А ты что сделал для этого мира? Почему ты меня с тем генератором? Я был почти на вот настолько. Вот сейчас вот ты, сволочь, будешь заканчивать генератор. Он так ругается и прерывается у меня в скайпе. Эй, народ, вы где? Скайп запикивает. Мы? Не скажем. Я свой. Слушай, я буду тебе говорить, Деня. Одна у генератора. Я одна из вас. Вы просто меня не помните. Да, Алена. Мы вместе учились. Вы меня еще обижали. Ксюша молодец. Ксюша сидит, она такая тихо. Она на самом деле, небось, уже 15 часов накатала в эту игру. Уже профессионально играет за это место. Вот так вот. Да, круто. Второй генератор. Я это пошлю сюда. Где? Где падла? Где Павла? Павла, ты где? Павла бегает. А я вижу, где Павла бегает. Павла молодец. Вижу вас. Ну, кроме Ксюши, пожалуйста. Ксюши, пожалуйста. А слушай, а что происходит? Почему я нажимаю на Дашу, а у меня перескакивает Даша на... Даша, блин, я так прикольно летаю. Так, а я нашел выход, кстати, где будет.
Да, их два выхода, кстати, по... Да? Да, два конца, две конца... Там надо будет еще... Если вы запустите генератор, вам осталось два генератора. Если вы их запустите, то вам останется еще дверь запустить. Да. Да. А у меня скилл специальный, который ускоряет наши передвижения во время... Привет. Блядь, ты меня сейчас напугал так, что я думала, наложу штаны. Привет, ёпта, говорит мне. Ты хоть видел в лесу, кто так подходит? Привет, какая-то. А Паша только так и делает. Паша всегда в лесу так и делает. Знаешь, он так сзади подходит. Привет. Знаешь, мы ходили в походы, когда мы ходили в походы в горы. Знаешь, такой, я стою где-нибудь там в горах в темноте, отливаю, и Паша сзади такой подходит. Привет. Привет. И руку туда на плечо. Фак. Паула сложала. Ксюша, где ты? Почему ты еще никого не убила, Ксюша? Почему ты убила меня, никого больше не убила? А потому что цель игры — убить тебя. А, вот оно как! Блин. Мы заранее договорились, вот. Да, об секретной чем? Ребят, вы задолбали, вы где, а? Генератор чинят, Ксюша, а чё нет генератор? Я буду рассказывать тебе все их действия, потому что я сволочь. Я не знаю, какой. Я не знаю. Иди по звуку, Ксюха, ориентируйся по звукам. Не ориентируйся по звуку. Ориентируйся по звукам, должно быть очень слышно. Звуки обманывают. Это все голоса в голове. Это все голоса в скайпе. А убейся, ты Стопчик! Я думал, это Ксюша атаковала, это генератор взорвался просто, блин. Даже обидно. Нельзя материться. Надо бежать оттуда. Не, ну классные у вас стратегии держаться вместе, на самом деле. Вам это очень... Мой скилл показывает, что маньяк рядом. Как? Ты даже читал описание скиллов? У меня специальный скилл есть. Нарисована кошка, и она реагирует. Да, когда скиллы выбирали, я просто натыкал, что там было какое-то, что больше мне понравилось по виду, и все. Я вижу. Ты жив? Ксюха, давай! Я их не вижу. Ксю, ты можешь. Она за деревом. Не надо так. Никакого дерева. Кого за деревом? Я буду мстить за свою раннюю смерть. Мне написали, смелый и плюс 37 очков. Смелый. Смелый. Опа, опа. Ксюша, шкаф, Ксюша, шкаф. Ксюша, пока они не слышат шкаф, Ксюша. Заткнись. Блин! Срала шкаф. Давай! Ксения, ты же меня не видишь. Ёб твою мать, Ксюша! Ксюш, ты же не видишь меня, Ксюш. Да, не вижу. Не, не видишь. Правда же не видишь. Блядь! Спасайся. Я спасаюсь. Серьезно, выпусти. Почему ты так сам? По-моему, я, да, спаслась? Да. Ну ладно. Чем дольше вы убегаете, я сижу, тем дольше сижу без дела. А что делать? Кто виноват, что ты дохнешь как? Я убила самого надоедливого просто. Ах, а я еще ее в лобби приглашал. Просто ты так болтал про... Понятно. О, Даша, я тебя вижу. Даша, ты перс тоже такой слишком энергичный. От тебя плох! Как мне фартануло! Беги! Беги меня! Это было опасно. Шкафы, Ксюша. Шкафы, Ксюша. Это было опасно. Это было очень опасно. Затылком как-то махнули топором. Я даже не знаю, за кем мне следить интереснее. Хотя нет, за Пашей не интересно. За раненым, да, интересно? За штрафом следить неинтересно. Я даже не знаю, где генератор 2 я потеряла. Блять, я застрял в деревьях. Страшная точка, блядь, прикольная какая-нибудь. Друг за рукой. Да, мне тоже нравится. Такой маньяк грустный. Даша пугает через... Да нет, такая Ксюша. Подождите, а Пашу убили? Нет же? Нет. Фу, прячет.
Ась, не пали меня. Блять! Помой, почему никто меня не слушает? Блин, нет, нет! Я сопротивляюсь! Даша, сопротивляйся! Вы слышите мои клавиши, да, как я сопротивляюсь? Да-да-да, классно! Блядь! Тащи Ксюшу на крюк, она не успеет вырваться, давай! Он светится у тебя! Блин! Он сейчас вырвется! Я сейчас, блин! Да, 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 да! Господи, простите за прикончи! Эмоции, эмоции, простите. Да, почему я рассчитываю? Мне скучно. А что делать, Даня? Не надо было проигрывать. Я не хотел, ребята. Не надо было звать Андрея. Я рассчитывал на помощь своим душам. Что сказать? Я доверяю своим душам. А? Да. Никто не доверяет своим бывшим. Так, кого-то там... Четвертует. Явно. Это, видимо, где-то рядышком со мной. Нет, все в безопасности, все хорошо, не переживай, все нормально. Никого рядом нет. А че, вот жалко, что я не могу наблюдать со стороны Ксюхи. Я помогал бы вам, Ребз. Конечно, ты бы помогал. Да что такие руки кривые? Ладно, у тебя руки кривые, только я генератор найти не могу. Я бегаю по карте просто в поисках генератора. Я два нашел и два испортил. Я поняла. Потому так, мать. Беги, 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 беги! По-моему, кого-то резанули, да? Да ёпта! Беги, беги, нигер! Я выйду, пока себе чаю сделаю. Приму надо, ванну. Надо. Маньяку помогай. Я пытаюсь! Вы мне все говорите, чтоб я молчал! Ну ладно, ладно, так уж и быть. Молчи. Пташка генератор чинит. Паша опять. Паша трюк со шкафами. Ксюша шкаф! Ксюша шкаф! Пока никто не слышит, Ксюша шкаф. Давай, 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 я не вижу, что происходит, но давай. О! Ксюха, красавчик! Давай! Только тащи! Ксюха, что получится? Вешай! Давай! Есть! Чё оно как-то странно? У меня там всё повесилось. Есть! Красавчик! Ксюха, горжусь тобой! Что происходит? Что Ксюкши, я охотился на второго мудака. Ксюша хорош! Давай. Ксюша хорош! Понятно. Ксюша профессионал, знаешь, что делать? Я не... Паш, я не смогу тебя спасти. Ты мне скажи, она отошла от тебя? Она меня кромсает. Паш, ты потом веди меня, где генератор, потому что я вообще что-то не секу, где он. Не понимаю, где генератор. Вот рядом с... Рядом с Пашей прям. Все, Паша, пока. Эй, Пашка, добро пожаловать на тот свет. Ну так весело. Ты не представляешь. Так, на меня одна надежда, но я, как всегда, проиграю. Там... Да ну брось, ты смог. Там же, где она меня убивала, есть генератор. Я знаю, да, я видела. Наши между делом осталось два генератора, и один уже на подходе, смотри-ка. Да, там большая часть генераторов зажжена по очереди, то мною, то Дашей. У нее есть шанс, по большому счету. А, вот это был шанс. Хотя, знаешь, так посмотреть. Да, нельзя переключиться на Ксюшу. Очень жаль. Блин, да что ж ты будешь делать? Попрошу не оскорблять. Смешно кряхтит. Я ищу эту. Блин, я верю в Ксюху. Молодец. Я верю в Дашу. Она спасется. Я не верю. Я верю в Ксюху.
Я могу, в принципе, просто посидеть тут и подождать, пока она все генераторы прав. Да, ей еще тысячу лет генератор запускать, Ксюш, это слишком долго, мне слишком скучно, поэтому иди охотиться, Ксюш. Это так долго? Особенно, когда пробелом все время промахиваешься, да? Просто жесть. Ой. Да, Ксюш, Даня сейчас... веселее всего. А я нормально, я уже привык, я уже нашел себе занятие. Был бы у меня фиджет спиннер, я бы крутил, сидел фиджет спиннер, потому что это модно. Это бы добавило просмотров моему видео. Я бы подписал бы название видео, как Ксюша убивает людей, и я кручу фиджет спиннер. Где Даша? Пожалуйста, генератор. Ты прислушивайся, она стонет, как слон, ее услышно прямо. Генератор вот здесь справа должен быть, вот если ты сейчас выбежишь и налево побежишь. А, ты крутишься, я не понимаю. Вот, и направо. Нет, это не генератор. Это, по-моему, не здесь. Нет, да. Я, по-моему, пропустил его. Мне кажется, наоборот, сейчас направо надо пойти и обойти эту стену, которая за... Всё, Даша ушла. Шкаф! Шкаф! О, походу, всё. Шкаф! Нет! Нет! Сейчас будет... Клавиши пошли! Уху! Так далеко! Как мазаться? Блин, жесть вообще, да я там рублю? Чуть-чуть осталось, давай, Даша! Давай! Ну! Она не спит, она не спит! Да! Да блин! Что ты делаешь? Может, хватит, да? Ладно, давайте позволим Ксюше меня убить, потому что ребята реально долго очень ждут. Да, фильм просто. Все. Сажай меня на крюк. А, нет, вот все нормально. Ну-ка, молодец. Давайте поаплодируем Ксюше. Браво, браво. Что, кто у нас там не был? Но мы были близки. Очень близки, да. Ну, Ксюшка молодец для первого раза. Ксюша, да, молодцом. Да. А Даня вообще что-то. Даня лучше. Про Даню ничего не говорите, Даня старался. Даня тащил команду, пока его не убили. Даня отвлекал. А? Даня отвлекал. Даня не может отвлекать. Даня только прогрессирует. Даня помогает команде держать себя в тонусе. Почему все вышли просто? Даня, почему ты опять вышел? Я нажал присоединиться к лобби, и все вышли из лобби, которые присоединились. Никто не вышел. Да, мы все втроем здесь. Ко мне какой-то Бибиди присоединился. Не знаю, что происходит. Не то, что я хотел. Подождите. Я тебе кинул приглашение. Я иду, все, хватит. Ну еще давай, еще одно. Еще одно. А сколько мы записываем, кто знает? Сейчас посмотрю. 49 минут. Ну раз хватит, да нормально уже, давайте. Ну что, просто видео на две части поделим, да? Вы прям все хотите выложить? Ну я вообще все хотела выкладывать, да. Я посмотрю, как у меня получится, если я нарежу, если получится там минут по 20, тогда два видео сделаю. Если меньше, то выложу одно. Ну если мы больше часа будем играть, я тогда просто по тридцатке выложу и все. Ну ладно. Да, если больше часа, то в любом случае.